Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. Тема нашої прес-конференції наступна. Що відомо про новий штам COVID-19 «Омікрон» та коронавірусні тенденції у Дніпрі? Про це говоримо з Миколою Турчиним, генеральним директором міської лікарні номер 21. Пане Миколо, я вас вітаю. Добрий Почнемо день. Зі статистики. Які наразі цифри, яка ситуація з COVID-19 у Дніпрі? Ну, на сейчас ситуация несколько улучшилась, так как количество заболевших с каждым днем становится меньше и случаи регистрации COVID-19 уменьшается. В целом, можно сказать, уменьшилось количество новых случаев, по крайней мере, в стационаре, которые находятся где-то примерно 2,5 раза. Ну и в целом считается среди всех заболевших и амбулаторных, и стационарных где-то примерно на 40% идет снижение. В настоящий момент у нас тенденция какая? Если вот по 21 больнице мы смотрели, у нас получается в октябре 21 года было в день поступления и 29, и 33 человека в день, вот, то в принципе за первую неделю ноября этого года у нас было 17 поступлений в день в среднем. Вторая неделя ноября это было порядка 13 человек поступлений в день. Вот. И уже предпоследняя и последняя неделя ноября, это у нас было порядка 7 человек в день, это в среднем те, которые поступали именно к нам в стационар. Если говорить о статистике в целом по городу от начала регистрации первых случаев COVID-19, она произошла в марте 2020 года, то всего случаев было зарегистрировано COVID-19 95 743. Выздоровели 83 395 и, к сожалению, умерло 2997 пациентов. Сегодня получают лечение от COVID-19 9351 пациент, из них стационарно 644 и амбулаторно 8707 пациентов. За сутки прошедшие случаи было зарегистрировано COVID-19 283. Выздоровели 1170 и, к сожалению, умерло 14 человек за сутки. Госпитализировано всего за сутки 63 пациента, выписано 83 пациента. Скажіть, будь ласка, чому досі так багато смертей, хоча одужавших там в рази більше? Действительно, как мы сейчас слышали, смертей очень немало. К сожалению, это связано с некоторыми такими факторами. Во-первых, к нам все равно в большинстве случаев поступают пациенты уже преклонного возраста. И на тяжелое течение заболевания COVID-19 также влияет много сопутствующих заболеваний данных пациентов. Такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и сахарный диабет, ожирение и много еще чего. Факторов, из-за которых само заболевание протекает намного тяжелее, и мы имеем смертельные случаи. Также я считаю, что не последнюю роль играет это обращаемость наших пациентов. К сожалению, обращаются на поздних этапах, когда уже бывает помочь очень сложно или практически невозможно. Ну и третий фактор – это то, что все-таки вакцинировано еще недостаточное количество населения города Днепра. И даже те, которые сейчас вот пошли вакцинироваться, они же пошли вакцинироваться как раз на фоне повышения заболеваемости. Естественно, там на тот момент была скучность, если это можно было сделать еще весной и летом, когда было все спокойно и можно было это делать спокойно и быстро. В настоящий момент, конечно, у нас еще не очень большой процент вакцинированных. Тем не менее, проведено около всего 800 тысяч вакцинаций. Из них 427 тысяч людей всего вакцинировано. И из этих людей дважды вакцинировано у нас 370 тысяч 595 наших горожан. В принципе, процент немалый. И если мы видим от количества всего вакцинаций практически 800 тысяч и дважды вакцинированных, ну, составляет порядка 46%. Угу. Це, до речі, більше, ніж в області. Да. Тобто дніпряни більше відповідальні. Думаю, що да. Яка заповненість ковід-ліжок у лікарнях? Ну, в цілому по місту у нас заповненість складає приблизно 30%. В нашей 21-й больнице в настоящий момент сейчас 130 пациентов
250 у нас коек. И, к сожалению, в реанимации у нас 9 человек, из них трое на аппарате искусственной вентиляции легких. Составляет у нас заполненность порядка 50-52. Это вот последняя неделя. Ось так. Ну і приходимо до омікрон, так? А що це за штамм, що про нього відомо? Наскільки він небезпечний в порівнянні з дельтою? Ну, дійсно, є інформація о новому штамі омікрон. К сожалению, известно о нем очень мало. Впервые 24 ноября 2021 года правительство Южноафриканской Республики подало информацию о первых возникших случаях этого заболевания, этого штамма. Вот. По факту, сейчас во всех странах, где зарегистрировано это заболевание, это и Америка, и Северная, и Южная, это и Западная Европа, это и Австралия. Зарегистрировано всего официально подтвержденных лабораторных случаев 42 случая. Вот, по сути дела, то, что нам известно от Южноафриканской Республики, от медиков, что заболевание вроде бы у тех, у кого оно было официально подтверждено лабораторным методом, протекает не тяжело, но заметили такую особенность, что, как правило, это заболевание поражает не только тех, кто не привит или не болел, а также тех, кто уже перенес это заболевание. Но пока вот такая информация. Я думаю, более детальная какая-то информация будет в ближайшие дни, недели, и многие организации, которые занимаются разработкой вакцин, уже как бы сказали, что они в течение 100 дней готовы даже уже подготовить новую вакцину для вакцинации именно от этого штамма омикрон. Ну, а дальше мы уже посмотрим, как оно будет. По крайней мере, больницы города Днепра готовы и к этому штамму. Ну, по мнению экспертов, считается, что этот штамм по расчетам достигнет Украины и, возможно, и нашего города где-то примерно к концу января, началу февраля, ну а там посмотрим. Мы, в принципе, готовы к любому сценарию и готовы оказать помощь стационарную и амбулаторную в городе Днепр всем пациентам, кому понадобится. Но я считаю, что для того, чтобы уберечь себя от этого заболевания, нужно как можно быстрее провести вакцинацию. Все центры первичной медико-санитарной помощи, которых у нас 12 на территории города Днепр, являются центрами вакцинации. Ваши семейные врачи вас ждут. Пожалуйста, дайте шанс себе и своим близким не заболеть. Вакцинируйтесь и будьте здоровы. Дякую, питання. А если говорить, если сравнивать с дельтой, насколько быстрее распространяется или не быстрее? Я хочу вам сказать еще раз те слова, которые были уже мною сказаны, что о данном штамме омикрон известно очень мало. Только 24 ноября, а сегодня 3 декабря, стало официально известно, что есть такой штамм. Да, и стало известно, что во многих странах официально выявлено 42 всего лишь пациента с подтвержденным лабораторно. Насколько это будет быстро, не быстро, я думаю, мы все это узнаем в ближайшие дни. Я думаю, что ученые всего мира работают сейчас над этой проблематикой. Если вы помните, я генеральный директор 21-й городской клинической больницы, которая является инфекционной, являюсь инфекционистом. По сути дела, если к нам такие пациенты будут поступать, они получат квалифицированную медицинскую помощь. Говорить о том, насколько оно быстрее происходит заражение, либо не быстрее, я думаю, мы со временем узнаем уже на опыте других стран. Спасибо. Скажіть, будь ласка, яка симптоматика ось цієї хвороби, нового штаму? І кажуть, що ось ці вакцини, якими користується весь світ, вони не допомагають від цього штаму. Чи насправді це? Очень хороший вопрос. І от я вважаю, що головне було в вашому вопросі – кажуть. Вы знаете, для меня это, ну, аргумент слабый. Обычно, как вы говорите, кажуть на лавочках возле подъездов, либо, к сожалению, сейчас очень многих интернет-изданиях, там, в Фейсбуке такие вот статьи всякие бывают, антивакцинальные. Я за то, чтобы население города Днепра и нашей области, и Украины как можно быстрее и больше вакцинировалось, для того, чтобы дать себе шанс не заболеть, а если заболеть, то перенести это заболевание намного легче и, по крайней мере, без смертельного исхода. Ну, вот такой он будет вам ответ. Дякую.
Тобто немає зараз даних, чи допомагають від цього штаму? У нас дані такі. Ми вакцинуємося, і в настоящий момент у нас ще превалирує на всій території України, в тому числі і міста Дніпра, штам Дельта. Якщо ви слышали в початку моєго докладу, ще доволі немало, я би сказав, навіть дуже багато людей, к сожалению, вмирають. Поэтому для того, щоб избежать зараження хоча б штамом Дельта, нужно вакцинироваться. А там насчет уже штама Омикрон будет известно больше. Но я считаю, что если человек переболел, если человек привился, по крайней мере, от любого штамма, у него будет больше защиты, чем у того человека, который вообще не вакцинирован, либо не перенес это заболевание. А в чем разница от симптоматики? Чи знаете? Знаете, четкой разницы в симптоматике нет. Так же, как и при остальных штаммах, вы знаете, было у нас и альфа, и бета, и дельта, и если вам это интересно почитать, там есть еще много других штаммов, которые менее знамениты, чем те, которые я упомянул. По сути дела, все начинается, как правило, с какого-то общего недомогания, с повышения температуры тела, боли в горле, насморка. У некоторых людей оно проявляется даже вообще, может проявляться как тошнота, рвота, послабление стула, не дай бог. Да? То есть такая клиника, она многогранная, и по сути дела, у большинства людей, начиная еще с альфа, бета, дельта, ну, был такой еще симптом, как пропадало обоняние, пропадало чувство пищи. В принципе, я думаю, что большинство из указанных мной симптомов присущи и этому штамму омикрон. По сути дела, я думаю, вместе с вами мы узнаем более детальную информацию об этом штамме, когда этот штамм себя покажет в других странах. Надеюсь, что к нам он еще пока не придет, и к тому моменту мы уже будем во всеоружии. Спасибо. Власне, як ви радите фільтрувати інформацію щодо будь-яких штамів коронавірусу і взагалі по цій тематиці? Що читати? Чому вірити? Я завжди за те, щоб кожен чоловік був професіоналом. От Андрій, він оператор. Він знає чітко своє діло. Но якщо заставити зараз Андрія щось дискутувати по поводу COVID-19, штамів і так далі, лічення, він, звісно, може розказувати, але в настоящий момент, я думаю, Андрей на меня не обидится, он не является профессионалом этого, и то, что он расскажет, ну, нельзя будет принимать ко вниманию. Я считаю, что нужно принимать во внимание информацию, полученную из достоверных источников. Достоверные источники – это у нас кто? Это у нас Министерство охраны здоровья Украины и министр охраны здоровья, да? Это семейные врачи, это врачи стационара, это, то есть, люди, которые имеют специализированное образование. Они получили диплом, и они отвечают за свои слова. Люди, которые на лавочке возле подъезда, как правило, провожают заходящих и входящих в подъезд, не имеют этого образования, но познаний у них, в кавычках, очень много. И, как правило, они наносят очень большой вред вакцинальной кампании. Так же самое, как и подметные какие-то, непонятно еще в какой стране это все продуцируется, вся эта информация, все эти клипы, там какие-то шутки на то, чтобы не вакцинироваться. И с какой-то целью это все делается. Наверняка существует где-то целый отдел, который штампует это все для того, чтобы наш доверчивый народ не вакцинировался и дал шанс ковиду просто-напросто погубить себя. Либо в тяжелом состоянии оказаться и потом получить непоправимый вред для здоровья, либо вообще, не дай бог, умереть. Вы слышали статистику? Это те люди, которые не привились, я вам объясняю. Те, которые на стационаре лежат, у нас 95-93, когда как процентов вообще не вакцинированы и не переболевшие. Это те люди, которые слушали, кого я уже сказал, там, кого-то возле там, подъезда на лавочке, слушали какие-то там непонятные домыслы, соседи там сказали, там, читали в интернете что-то непонятное, понимаете? Ну, я считаю, надо доверять своему врачу, семейный врач, либо врач стационара, с которым вы общаетесь, тот человек, который имеет образование, имеет понятие об этом. Ну, я считаю, что так. Я же не буду вам рассказывать, как брать интервью, правильно? Вы меня не послушаете, потому что вы специалисты, вы знаете, как это делать. Ну так или нет? До речі, ще питання, яка ситуація з медперсоналом, адже здавалось би, що коронавірус вже позаду, як тільки знову нова хвиля, нові штами і так далі, адже медики просто втомилися, вони тижнями, ми пам'ятаємо, жили в лікарнях. Які настрої, чи все добре? Анна, это вот очень хороший вопрос, он очень болезненный. Почему? Потому что, вы знаете, есть физическая усталость, да, есть эмоциональная, есть психическая усталость, а есть такой вот синдром выгорания. Когда-то давно разрабатывали, еще, наверное, при царских временах, разрабатывали логотип медицины. И вот кто-то предложил, и даже этот логотип остался, горящая свеча. Она была дополнительно сгоревшая.
Вот, и был такой девиз «Alis inseriendo consumer», что с латыни в переводе означает «светя другим, зараю сам». Потом решили отказаться от этого логотипа. Почему? Потому что ну, человек-то сгорает, ну что же в этом хорошего? А что же остается? Остается агарок. Но по сути дела я хочу сказать, что вот ну, у медиков у всех есть этот синдром выгорания, но, видимо, у тех, которые работают на ковиде, этот синдром выражен, наверное, все-таки намного больше. Почему? Потому что, по сути дела, когда ты сидишь на приеме в хороших условиях, да, и все хорошо, то это одно. Но когда у тебя условия хорошие для работы, но ты постоянно находишься в комбинезоне биозащиты, через который, как бы, мягко говоря, не очень фильтруется, хорошо проходит воздух, и в нем летом жарко, но зимой немножко теплее, но все равно не очень удобно. У тебя на лице постоянно маска, либо респиратор, через который не всегда как бы просто и легко дышать. И я помню первые сюжеты, ну, всегда, когда показывают, там, рассказывают что-то я, потом всегда показывают заставку одной из областных больниц. Да, и вот когда мы уже где-то примерно 2 или 3 месяца занимались непосредственно уже лечением пациентов, да, там как раз первый пациент только поступил, ну и выходил там доктор, снимал респиратор и показывал там, какие рубцы у него на лице от того, что он впился ему в лицо, и какие там у него были прыщики. Ну так вот на тот момент мы уже 2 или 3 месяца были в этой ситуации, ну просто не у всех, видимо, была возможность об этом через средства массовой информации доносить к жителям Днепра эту всю информацию. Но поверьте, та ситуация, которую показал тогда тот врач, она была у всех врачей. Просто не все имели возможность это показать. И, ну, конечно, это очень сложно. Я же говорю, поначалу какая-то была даже, может быть, небольшая, ну, как в душах, в головах паника, но потом все как-то быстренько успокоились. Вот. И потом, когда вот рост есть, количество заболевших, так вплоть, ну, у меня было 180 коек, стало 200, потом 220, потом мы расширились до 250 на сейчас, да. Но больных было очень много, и, конечно, на тот момент мы даже брали людей по контракту. То есть врачи, медсестры приходили по контракту, там, возможно, из каких-то других больниц, ну, скажем так, помочь. И мы им за это очень благодарны, и если бы не они, у нас бы ничего не получилось. Конечно, очень тяжело. Тяжело, я думаю, даже больше в таком моральном плане. И вы же понимаете, когда везде, с каждого экрана, люди говорят, медики, о том, что надо вакцинироваться. Ну, кто-то смотрел, посмеялся, да, кто-то вообще не слушал. А потом они же к нам и поступают сюда. Продолжают по ходу пьесы доказывать, что вакцинация – это ж чипирование какое-то, это что-то еще, ну какой-то бред. Ну, вот тот, мифы, что да. Вот, да, там вы сказали же, откуда они рождаются. Вот. А потом, когда ты видишь его, и он начинает задыхаться, как рыба без воды, и хватать воздух, и руки возносит к небу, вот когда уже так происходит, это уже понятно, что очень плохо. И они же поступают в таком состоянии через одного в крайне тяжелом, вы понимаете? То есть они там, видимо, не считают нужным куда-то обращаться, либо просто принимают, как они там считают, витаминки, да. А потом резко у них снижается сатурация с 95 до 75 до 80. И, как правило, его достать из этого уже положения крайне тяжело. Если человек помоложе, у него запас защитной силы организма еще хороший, его можно еще вытащить. Если этот человек уже, как я уже говорил, пожилой, и там еще очень много каких-то сопутствующих заболеваний, ну, как правило, это практически бывает уже невозможно. Если бы он поступал, там сатурация была бы нормальная, и сразу назначили либо противовирусную терапию, там гормоны и все остальное, антибиотики, если это требуется, и присоединение вторичной инфекции есть, то все было бы хорошо и замечательно. А так он все это время провел, поступает, там уже 60, 65, 80%, 85, 90%, тотальное поражение всех легких. Ну все, там дышать нечем. Ну вот таких людей надо показывать, и пускай он расскажет, что он не прививался. Кто ему рассказал, что не надо прививаться? Где он это прочитал? Понимаете? Кто-то же зачем-то это же запускает. Ну, я что? Я инфекционист, и мои врачи, инфекционисты, и медики, все медсестры, санитарочки, которые, по сути дела, когда тут, ну, мы же не одни тут завалены, это же 4-я, 16-я, 9-я, и уже открыли железнодорожную больницу, открыли психбольницу 100 коек, открыли тубдиспансер, там тоже, по-моему, коек 160 или 200, открыли госпиталь инвалидов под это, 8-ю больницу, где лоры и офтальмологи всю жизнь были. Ну, это разве о чем-то не говорит? Звичайно, мы имеем сейчас то, что имеем, сейчас уже, конечно, поменьше, но в настоящий момент это просто была волна людей непривитых. Те, которые по какой-то причине не успели, не захотели, не посчитали нужным, решили, что они умнее всех, а все глупые привились, ну и так далее, понимаете? Ну, вот плюс не справжні сертифікати, коли начебто офіційно вакцинований. Совершенно верно. А... Это была ситуация такая, что вот заметили там что-то 6 и сколько человек поступили вакцинированы дважды.
И они в реанимации, тяжелые, им вот подошли, там, ну, было такое, я слышал, в некоторых больницах, говорят, так, а у нас, говорит, протокол есть для тех, кто привитый, и для тех, кто не привитый. Так, а у меня же вот, говорит, так, мы ж, у нас протокол же действительно привитый или нет, бумажка то бумажка. Он говорит, нет, я не прививался. Ну, деда же он его, получается, купил. Купил, ну, и что? Кому-то, так, потом уже есть так. Некоторые, говорят, надо привиться. А как привіться, якщо він вже везде по документам пройшов, що ну, держава наразі розроблює цей механізм для тих, хто. Ну, я думаю, що цим повинні займатися наші правоохоронні органи. Ну, займаються так. Во-вторых, я призываю всіх все-таки вакцинуватися і дати собі шанс. Я не говорю, що люди, які вакцинуються, вони не заболіють. Да, многі є, заболівають, але вони лише амбулаторно, або вони знаходяться вдома, взагалі нікуди не обращаються, тому що у них крайне скудна симптоматика, і, по суті, там немає воспалення легких і чого-то таких складних осложнень. Mm-hmm. Да? Но є серед них є процент, які дійсно переносять немножко тяжелее, ніж ті, які безсимптомно. Вони попадають, є і к нам в больницу, але вони ж без смертельних ісходів і без крайне тяжелих якихось осложнень. Понимаете? Да, средняя степень летальности, да, там есть. Но если бы он не привился, ну было бы тогда совсем плохо. Есть, к сожалению, и такие люди, но они себе дали шанс, и они выписываются. Вот и все. Ми дякуємо всім медикам Дніпра та України за те, що вони лікують нас та жертвують собою. Я нагадую, що в наших гостях був Микола Турчин, генеральний директор інфекційної міської лікарні номер 21. Говорили про те, що відомо про новий штам Омікрон та про коронавірусні тенденції у Дніпрі. З вами була Анна Горбунчук. Дякую за увагу. Дякую.